Всем огромный привет, мы с вами снова у Fix Price. Ну и что стоят, давайте сходим и посмотрим, поищем новинки, да цены. Произошла смена экспозиции. Тут какие-то интересные подставки для моющих средств или что это? Мне кажется, что это для мыла. Подставка, да, для моющих средств. Для губки получается, и для бутылочки, или для мыла. 55 рублей. Пластик, вроде Россия. Затем набор для пикника на 4 персоны. 4 стаканчика, 4 тарелки, 4 прибора и один коврик, что ли. Есть значок для пищевых продуктов. А, доска разделочная, вот что. Ну и контейнер, конечно же. 349 рублей. И все это не тонкая пластмасса, а такая многоразовая. Дальше ящик 3 литра. Это он. 246 на 196 и 92 миллиметра в высоту. Да, 3 литра. Ящик для хранения. Вот такой, без крышки. 59. И складная канистра для воды. 10 литров, 249 рублей. Вот такой клапан. И гриль, скакалка с колесом, 199 рублей. Мыльные пузыри 149. Разделочные доски гибкие переехали сюда. Вот для пищевых продуктов есть. Это Hunt Plast, Республика Татарстан. Смотрите, какие маленькие, компактные, с закругленными краями, гибкие. 28 на 20, 59 рублей. Так, черка. Ну вот видите, вот так она. И смотрите, какие зубья. Я обратила внимание, что они и вверх трут, и вниз. Вот когда вы вниз, допустим, морковь проводите, трут. И когда вверх возвращаетесь, тоже вот так зубья тут направлены, тоже будут натирать. А вот обычная. А это какая-то фигурная, что ли. Потому что вот здесь, видите, волной зубья, ножи. И мелкая терочка. 99 рублей. Кепки. Бейсболки 199 и панамы мужские 199. Самое главное посмотреть, хлопок это или нет. Похоже на хлопок, иначе будет в голове жарко очень. Внешний слой 96, хлопок 4 вискозы, внутренний 100% хлопок. Ну, в принципе, нормально, панама 199 и бандана 79. Дезодоранты для обуви, антибактериальный уход, защита свежести, содержит ионы серебра для всех видов обуви. Синего цвета ментол, зеленый мятный, 59 рублей. И здесь, ну, 120 миллилитров хватит на несколько сезонов. Пеноочиститель Тайга. Актуально от комаров, например, слепней и москитов. 79 рублей, 125 миллилитров. Ну, вот такая с ладонь с распылителем. Дальше есть антиклещ. До 15 суток действия. Обработка одежды и снаряжения. Высокая степень защиты. 64 по карте, без карты 79. Вот эту я возьму, кстати. Клещей надо одежду обрабатывать. Берем и гель от муравьев «Великий воин», 30 граммов, 62 рубля. Возьму, покажу вам, как я его использую. Там шприц очень удобно. Открыли, сразу нанесли. И самое главное, что не только от муравьев, но и от тли. В посуде какая новинка, посмотрите. Это что-то интересное. Блюдо для блинов 25 сантиметров. Оригинальное блюдо позволит подавать блины вместе с соусом. Может использоваться для мяса, закусок и других блюд. Станет украшением как повседневного, так и праздничного стола. Это керамика, 25 сантиметров в диаметре, вот так выглядит. Имейте в виду, вот эти вот, такое донышко, оно царапает, вот эти края необработанные, царапает поверхность стола. Да, это что-то интересненькое, вот надо подумать, как еще использовать. Для блинов, для сырников. Фарфор. О, и здесь что-то интересненькое. Мельница для специй. Во-первых, она деревянная. 149 рублей стоит. Во-вторых, стиль лофт. Вот здесь нерегулируемые ножи керамические. Поэтому для соли, скорее всего, не подойдут. А для специй будет нормально. Потому что керамика недолговечна. И вот так крутится. Вертится. А, может быть, вот здесь подкручивать.
посильнее для прижима. Ну-ка, что пишут? Давайте почитаем. Так, дерево, алюминий, диоксид циркония, нержавеющая сталь. Все, больше ничего. Какие-то большие миски. Смотрите, какие красивые. Иногда миски такие нужны, салатники. 2,5 литра. Есть значок для пищевых продуктов. И сделаны в России Plastic Republic. О, какие тут волнистые края у них. Есть фуксия. Смотрите, какие яркие, нарядные. И вот такой ванильный крем. Назовем так. Контейнер круглый, большущий, годится для шашлыка, например, мариновать. 4 литра 700 миллилитров, 149 рублей. Есть значок для пищевых продуктов. Сделано в России. Из пластика. Смотрите, какие корзинки вернулись. Написано там сумка на пояс. О, какие. Для белья, например, для мокрого выносить. Сушиться удобно, они гнущиеся. Так, есть белые. Смотрите, как здорово. У кого дача, сюда можно и пледы, и всякие подушки. Все поместится и на улицу выносим. Классно. Так, а стоит 199. Сумка-корзинка кружевная. Полкило веса в ней. Смотрите, какая сиреневая. Класс. Так, что еще тут? Скамейка интересная. Вернее, не скамейка, а лесенка. Это что? Табурет-стремянка. Продается он или нет? Смотрите, какой. Но, вспоминая прошлый опыт, у меня все такие табуреты низенькие, они все поломались со временем. Небезопасно на них вставать. И сбор силикатного стекла, смотрите, туда-сюда ходила и не заметила. 299 рублей графин со стаканом. Литр 100. И стаканчик 320 миллилитров. То есть полный комплект. Стакан, он же крышка. И он же стакан, чтобы выпить воды или морса. И разный дизайн. Есть травы, есть алфавит. И что-то там похожее на облепиху. Давайте откроем, доглянем. И как раз у нас с вами удача. Графин с травами. Да какой красивый, да какой необычный. Смотрите-ка, с стаканчиком. Опа. Накрыли и все дела. Вообще это идея. Но единственное, что тоненькое стекло. Вот что. Ручка. Теперь стою и думаю, надо или нет. 300 рублей. Хоть бы 200 было бы, что ли. 199. А, вот здесь галочка. Значит, здесь трава. Здесь алфавит. А вот интересно посмотреть вот с зелеными веточками, как смотрится. Ну, вообще красиво, красиво, конечно. Тонкий, но красиво. И я нашла набор. Это действительно облепихово. Посмотрите, какая прелесть. Все, я теперь даже не знаю, брать, не брать. Что тут эта облепиха меня покорила. Даже больше нравится, чем травы. Не знаю, не будет ли слишком много всего. Смотрите, какая... Коврики, они, между прочим, антискользящие, такие прям вот они прилипают к поверхности, написано по-английски. Ванная комната, написано ванная комната, но видите, пыль как будет видна. Антискользящий, так и называется, 40x60. Кому нужен антискользящий именно вариант, вот он. Он прилипнет к полу и никуда не денется. В общем, такой синий-голубой, розово-сиреневый, потемнее и серо-черный. А в фикс-прайсе есть коврики. Вот смотрите, какие малышки. По 149 рублей, 48 на 30. Это в шкаф можно использовать такие штуки. Для цветов, для стеллажей, для ящиков и полок, для сушки посуды. Вот компактный по 149. А есть еще побольше. 68 на 48, 299. 4 в одном. О, какие. О, тут вся поверхность. Они царапаются. Ого-го. У них вот здесь грубые. Видите, обработка какая. Донышко.
Все расцарапаны, сами себя царапают. Хотя красивый дизайн такой, деревенский, хендмейд. Но очень ненадежная глазурь. 149 рублей, наверное. А от Luminarc вот такие. Бежевый с узором и коричневая полосочка. Салатнички. Крапчатые. Так, литр 850. Очень глубокий и очень бесценный. Нет ценника. Жалюзи. Посмотрите, что делается. Рулонные жалюзи. Но к ним нет... А, вот. Нет, это шторы для кухни. Но к ним нет ценника. Смотрите, какие. Что-то типа сеточки. Ну-ка, прочитаем. Так, рулонная штора Print Mini. Плотность 180 на метр квадратный. Светопроницание 20-60%. Крепление на раму, сверление. Или крепление на потолок, тоже сверление. Вначале идет высота, потом ширина. Саморезы, цепочка 60 на 170. В общем, ширина у нее 60. И белые. Крепеж в комплекте, в общем, все одинаковые. 60 на 170, 60 ширина. Удобное горлышко, широкое. Удобно сюда насыпать ягоды, фрукты. Вообще хороший объем. Есть носик. Посмотрим, удобно ли наливать. Отличный графин, как раз к лету. Но единственное, что видите, если вы уже воспользовались стаканом, то крышечки нет. И нет фильтра. Так что мелкие ягоды, если, допустим, травы вы сюда заварите, все это будет проскакивать из кувшина в чашку. Ну, в общем, есть и плюсы, есть и минусы. Из минусов еще тонкое стекло. Ну, посмотрим. Вроде так пока все нравится. Ну, а сейчас у нас с вами минутка тестирования и моих отзывов. О тех продуктах, которые я протестировала на этой неделе, о тех товарах, которые могут и вам тоже пригодиться. Wander продается и на Озоне, и на Wildberries. И решила взять всего по чуть-чуть, чтобы протестировать. Например, эко-гель. Да, и еще почему я остановилась на этой линейке, потому что это продукция эко. Как это ни странно, сделана из овощей и фруктов. Действует очень быстро. Ну, это я все проверила, протестировала. Теперь могу сказать с уверенностью. А самое главное, что подходит для септиков. То есть для загородных домов, для дачных домов. Там, где установлена именно местная канализация со своим микробиотом. И нельзя использовать агрессивные химические средства. Вот как раз вот эти все биосредства и подойдут. Конечно же, я приобрела еще и для дач эти средства. Особенно вот универсальный эко-гель, утренние цветы для стирки. Постирала я и светлые вещи, и темные с помощью него. Все мне понравилось. Во-первых, нейтральный аромат, очень такой нежный. Во-вторых, колпачок-дозатор, без фосфатов и без фосфонатов. Суперконцентрат, и он густой. Смотрите, какое стало свежее, да, мягкое, не пересушенное, мне нравится, даже без ополаскивателя. Я даже себе выписала вот бумажку, когда тестировала каждое средство, написала себе, вот, например, гель для стирки. Во-первых, не сильно пенится, это большой плюс. А почему плюс? Потому что не все стиральные машины любят сильную пену. Например, вот из светофора, сколько я использовала геля для стирки, у меня даже машинка на неделю выходила из строя. То есть показывает, что или забит слив, или залив забит из-за светофоровских гелей. Поэтому я перестала покупать там и порошки, и гели. И вот теперь ищу то, что мне подойдет больше. Снижает жесткость воды. Дальше очень понравилось. Вот уже даже половина осталась. В общем, для уборки ванны и туалете. Притом оно универсальное. И оно тоже эко. Тоже можно использовать там, где септики. В общем, вся эта линейка подходит для загородных домов в том числе. Действует всего за 30 секунд. Подтверждаю. Вы просто наносите с помощью пульверизатора, который здесь уже встроен. Ждете,
Ну, можно немножко губочкой протереть, но особо не усердство, не нужно ничего натирать. В общем, потом смываете водой, и все готово. Вот это подтверждаю 100%. Раковины, ванная, все блестит. И особенно мне очень понравилось, как заблестели хромированные все краны. Влажная, в принципе, ванная, влажные стены. Все, наношу. Вот так, да. Пена оседает. Вот так распределяется. Запах практически не присутствует никакой химический. Можно, конечно, до того, как вы включите воду, пройтись губочкой, просто влажной губкой распределить как бы всю эту пену. Вот и все, вот и все. Отличное средство, тоже эко-средство для ежедневной уборки. То есть можно все поверхности с помощью него убирать. И в комнатах, и вот, например, у меня и попугаи могут испачкать и мебель, и столы. И еще мне понравилось, что не требует смывания. В общем, наношу или на тряпку, или сразу на поверхность. Допустим, попугаи испачкали двери. Все моментально отмывается, оттирается, потому что это такая проблема номер один. Вот здесь зеркальная поверхность, можно сказать. И постоянно какие-то следы. О! И тем более, если не нужно смывать, то это просто находка. Сейчас посмотрим, нет ли разводов после высыхания. Ручку. Вот здесь, вот эта область самая такая. Разводов нет, смотрите. Вот еще для уборки на кухне. Тоже это средство без токсического запаха, потому что в составе нет отдушек и ароматизаторов. Для духовок, для плиты я использовала. Тоже классная штука, моет отлично. Написано, что полностью смывается водой. Эффективно удаляет жир и нагар. Посмотрим сейчас. Как справиться. Так, ну что, вот так вот распределю, чтобы все равномерненько. Посмотрим. Мне кажется, даже еще вспенилось немножко. Подождем минутку и будем смывать. Ну вот, желтоватый такой налет. Весь смылся. Даже скрипит. Я даже залезла вот сюда. Смотрите, куда я залезла. На кухонный фартук. Потому что обнаружила здесь брызги не шампанского, а брызги жира. И вот здесь они, смотрите, все в момент уходит. Да, это средство эффективное. Подтверждаю, вот они все брызги отмылись. Металлические все вот эти планочки. Вот здесь никакого жира в уголочках. Потому что обычно тоже здесь все скапливается. Кто-то ножом скоблит. С нержавейкой, кстати, полированной очень сложно. В быту малейшее прикосновение, все видно. Ну, пожалуйста, средство справилось. Понравилась эко-пена для мытья овощей и фруктов, потому что сейчас пошли ягоды, все это нужно промывать как следует. Я взяла еще и эко-гель. Он густой, тоже какая упаковка у него необычная. С помпой, полностью смывается водой, безопасен, гипоаллергенен. Пенка очень хорошо расходуется, вот так с помощью дозатора. Небольшую горошинку можно выдавить. Вот. И ее достаточно для тазика с водой, для того, чтобы помыть очень много овощей и фруктов. И также зелень я еще мою. Давайте попробуем пенкой. Воды. И, например, такие ягоды, как клубника, земляника, ну, всякие мелкие ягодки, черника, малина. Ее сложно промыть, поэтому лучше, конечно, замачивать. Ну что, замочили, помыли. Смотрите, какая классная штука. Все-таки пригодилась. Смываем. А сейчас мы посмотрим, как работает гель от Wander. Добавим капельку эко-геля. Он полностью прозрачный. На первый взгляд все чистенько, блестяще. Ну, а посмотрим, что на второй взгляд. Видите, как вода окрасилась. Немножко потемнело, и на дне много-много видно каких-то песчинок. Также у этого продавца я заказывала и эко-гель для душа, тоже подходит для септика. Я вам дам ссылку именно на этот магазин, это официальный магазин от этого производителя. И там именно 100% оригинальная продукция. Или просто поместите по ссылке товары в избранное, чтобы не потерять. А вдруг вам понадобятся эти товары, вы вспомните, а у вас уже в избранных помечено. Так что подтверждаю, эта продукция, можно сказать, идеальная. Никаких у меня к ней замечаний нет. И мне понравилось, что расфасовка. Посмотрите, какая надолго хватит. К тому же гели именно концентрированные, густые все. Так что если до этого у меня были сомнения по поводу эко-средств, мне казалось, что они
они слишком мягкие, что они справятся с загрязнениями. После этого тестирования я теперь могу смело сказать, что они действуют не хуже агрессивных средств, но безопасно и к тому же без вреда для септика. Это самое главное. Вот от этого средства я просто в восторге. Ну, а я надеюсь, мой отзыв вам помог, а также все мои тестирования, рекомендации. Ну, вот и все на сегодня. Я надеюсь, что это видео было вам интересно, а также полезно. Спасибо за лайки, комментарии, подписку. С вами была Марина, канал Тип-Топ ТВ. Подписывайтесь на меня также в Телеграм, в Яндекс.Дзен. Все ссылки вы найдете под видео.